Дорогие друзья, мы все больны. Мы живем в мире, который схлопывается. Наше внимание прыгает, 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 прыгает. Одно, другого, третьего, пятого, десятого. Вы сели, схватили телефон, бам, бам, бам. Туда перескочили, сюда перескочили. Тут чуть-чуть почитали, там чуть-чуть почитали. Здесь лайк поставили. Все, живете, у вас жизнь, а объема нет. Если вы сами понимаете, что как-то жизнь стала становиться все более пресной, все более какой-то заезженной, давайте создадим программу. Вы сами для себя просто создайте программу. Вы берете, например, и осваиваете какие-то навыки. Это само по себе будет уже дело, которому вы систематически будете заниматься. Определите время, когда у вас досуг, отдых. То, что сейчас у людей нет досуга. Или они, значит, вынуждены что-то делать им противно. Или они телефон, что там показывают. Но это не досуг. Это просто вы от гадости убежали к гадости покороче. Вы должны продумать, а вот вы вообще в каком направлении хотите себя, так сказать, апгрейдить? Где вы хотите объем свой нарастить? Может быть, что-то по науке вам интересно? Может быть, вы хотите руками делать? Лепка, пайка, я не знаю, там что, выжигание крестиком. И прямо выделите себе время, и вы увидите, что когда вы вот это делаете, сначала вам дискомфортно. Потому что все время хочется, сейчас что-то пошло, скучно, давайте переключимся. А вы себе говорите, нет, дружочек, хочешь жить осмысленной жизнью, соберись. Вот у тебя час выделен, часик-то будь любезен позаниматься этим.